Особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей, измененные белки меняют структуру здоровых клеток. Исследования проводили ученые из Северо-Западного университета в Американском штате Иллинойс. Эксперты выяснили, что развитию раковых опухолей могут способствовать специфические мутации в генах АРС, которые отвечают за размножение клеток. Известно, что белки в составе АРС пронизывают мембрану здоровых клеток и меняют их структуру таким образом, что они становятся злокачественными. Американские ученые установили, что именно этот вид мутации отвечает за 30% всех случаев развития рака у человека. Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и к колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно подаются лечению. Исследователям удалось определить связь мутаций с онкологией, когда они изучили протанкогены КРС белки у пациентов, пораженных заболеванием. Каждую молекулу идентифицировали с помощью метода, называемого протеомикой, сверху вниз. Это помогло авторам исследования изучить все стадии присоединения белка к мембране клеток. Ранее сообщалось, что американские ученые из детского кардиологического института в Ценцинате нашли способ избежать преждевременной смерти, нашли основы их опытов. Стал синтезированный белок пер 4 поддерживающий функционирование клеток сердца. Новое лекарство, как выяснилось, эффективно предотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца.